Всем привет, дорогие друзья, с вами Ультра Сан, и сегодня продолжаю это классное дополнение к игре Metro Last Light, а именно Polyx Shattery. Так, посмотрим, что мне осталось там собрать по списку. Привет, привет и еще раз привет. Привет, привет, еще раз привет. Что там, короче, опять фанатеет в наушниках дядя, который, от которого радиация фонит. Так, балалайка, светофор, научный труд, терминал, запчасти, динамик, карта метро. Итого 7. То есть 7, в принципе, на 2 нормальные вылазки. Плюс там еще у нас библиотекарь, не знаю, что с ним делать его. С ним или драка, или с ним стычка будет, или что, посмотрим. Так, в принципе, аптечки и фильтры я уже взял. 2 аптечки у меня и фильтров на 14,5 минут. Так, маска, кстати, маска. Маска нормальная, не меняется. Пошли. Будь здоров. Будь здоров, Иван Петров. Берем лампочки. Пригодятся, я думаю, куда-нибудь там. Открываем. Так, сразу включу фонарик. Так, ну вот я помню, балалайку я, честно говоря, видал еще в той серии, когда там удирал от этого, от библиотекаря. Но просто у меня рюкзак уже был полон. Плюс там я видал, по-моему, который стрелами стреляет. Как он? Ван Хельсинг, наверное, называется. Так, а зачем я пошел сюда, если я открыл уже другую дверку? Логично. Попробуем через тот выход зайти, то есть выйти. Сзади. Опа. Ух ты, как его отбросило. Так, потрошки есть? Есть. Один, правда, всего. Один, но золотой. Да, маска, маска, маска. Так, ну что, в принципе, опять сюда вышел, да? Давай. Что-то он не хочет через окно выходить. Ладно, зайдем здесь. Хотя я хотел зайти по-другому, честно говоря, но... Во. Так, опять через традиционный зал, да? Традиционный, который весь радиацией, да. Так, просто надо вспомнить, там заход-то у меня другой был до этого. Вот здесь вот через окошко, насколько я помню. Чуть дальше. Тут опять лианы. Так, вот это вот можно зажечь. Не знаю, для чего он так чисто. Для порядка. Оп, лианы. Так, ждем библиотекаря. Там обычно лазит. А вот он, вот он, вот он, вот он. Привет, привет, друган. Привет, друган. Иди в гляделки посмотрим. Посмотри мои в глаза. Я в твои уже смотрю. Так аккуратно подходит, да? Здорово, что, не признал, что ли? Это же я. Это же я, Кшатрий, твой друган. Барахлишко собираю, хожу. Да, да, да. Да, да, да. Топай, задница. Сейчас сверху прыгнет одним махом. Ну-ка. Оп. Просто молодец. Так. А я пока что-то там проверяю. О, первый раз я этого пропустил. Странно. Эй, тихо, тихо, тихо. Он такая зараза, что он в любой момент может прыгнуть. Тут я куклу подобрал, помню. Лифты. Лифты, 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 лифты. Так, о. Что-то мелькнуло. Тихо. Руками развел. Не вовремя ты пришел, чувак. В смысле, он не вовремя. Что такое мелькает, понять не могу. Да ё-моё. О. Вот этот шкафчик тоже я... А нет, обобрал. Да ё-моё. Да иди нафиг. Короче, бесполезняк. Чуть немножко в сторонку взгляд сделал, и все. Последний чекпоинт. Хорошо. Ну,
Да ёб пранца ты! Ты что, гад такой? Иди нафиг! Аптечка. Он ведь за мной бежит. Вот в чем дело. Балалайка! О! Ты что? О! Ха-ха, нифига он меня ухватил, зверь! Отпусти! Отпусти, отпусти меня, гадкий спайс! Так, видимо, задумано, скрипт был. Он сюда пройти не может, да? Фу, блин! Как он меня напугал. Так, балалайку я взял, что мне осталось там? Патроны не забывай собирать. Так, перезарядись, кстати, перезарядка. А вот, найденный предмет, балалайка, правая мышь. Так, а идти ведь мне? А идти мне туда. Так, он там елозит, он, видимо, не может туда пройти. Что меня очень радует. Не может? Это хорошо, что не может. Вот! Берем. Так, нажимайте левую клавишу и удерживайте К, да? Подкачаем. О, здорово. Так, а стрелы ведь у меня были уже, да? Да, класс. Просто замечательно. Так, между прочим, маску мне немножко повредили. Чуть-чуть. Ну, это фигня. Так, мне где-то должен быть отсюда выход, ребят. Выходи. Так, могу ли я перепрыгнуть на верхний этаж? Не могу. А он, наверное, здесь, да? Такое впечатление, что я вообще иду обратно, честно говоря. Да, вот по стрелочке-то было туда, туда, туда. Вот, кстати, выход на улицу, если что. Надо будет запомнить. Так, меняем фильтр, потому что уже задыхание пошло. Так, а чего он не меняет его? Короче, ребята, я же... Чекпоинт, блин, вали отсюда, все. Был чекпоинт, а я же это... Да просто перепрыгнуть, сейчас взорвется. Бах. Где-то дырка в полу. Прыгай. Аптечка. Аптечки тоже не нужны. Лопух, короче. Я не купил ни фильтров, ни аптечек. Ну ладно. Балалайку взяли и Ватхельсинг взяли. Сейчас эти звери на меня нападут, мне будет хана. Потому что я еле живой. Да ё-моё. Идут. А их много! Фу, ушел я, ушел. Я ведь просто так не оставлю их. Это же за золотые патроны, блин. Как-никак. Так, закрылись. Ну ладно, я опять скоро открою. Да! Меня же первый раз отубил. Библиотека. И последний чекпоинт у меня был без этого. Сохранка-то была у меня предыдущая, зараза. Я же там без фильтров, без нифига толком. Остатки. Ну давай, сдаем. Рад новой встрече. Давай. Великолепная работа и соответствующие вознаграждения. Так, балалайку взяли, хорошо. Сразу. Раз. О, две аптечки. Два фильтра. Проверимся. Так, две аптечки и 10 минут. Нормально. Вполне. Так, сохраночку сделаем. Счастливо. Тут надо с этим аккуратно быть, с охранкой, потому что, да, действительно. Если он тебя убивает, то... Ты что, тренируется? Оп! Левой, правой, левой, правой. Опять почему-то лампочки, я же их брал. Так, что с фонариком у меня? Почти. Почти.
Так, трупы валяются, как ни странно. Обычно их нету. Так. Давай, иди. А я сейчас все-таки, ребят, по-другому зайду. Это у меня попадает. Вот здесь, если выходить, попадаешь. В этот, как его? Как называется? В библиотеке это занято. Тут, кстати, до сих пор я не открыл, да? Где, короче, каталог у них, как он называется? Не книга-хранилище, а по-другому. Картотека, во, картотека, вспомнил. И поэтому нужно, в принципе, по-другому выходить. Попробую сейчас попасть сразу в этот зал. Меньше бродить. Маска. Так, маска. Вот где-то. Беги. Так, не здесь, что ли? А я думал, что здесь. Вот жесть. Ну, давай лучше по зданию тогда. Там эти сволочи бегают. Так, а странно, почему я не могу попасть сюда? Туда, то есть. Там же где-то было это. Странно, странно. Где там я спрыгивал? А где? Не здесь? Да, короче, ладно, пробегаю. Придется опять по лесенке выдеваться. Скотинка маленькая. Там еще один бежит за мной. Блин, какая долгая дорога здесь все-таки. Где-то же ведь. Ой, да иди нафиг. Взяли мне маску, разбили, уроды. Пет. Тихо. Да, все хорошо. Ну давай свой коронный удар по этому. Постукай себе, постукай, давай. Да. Молодец. Ну, да. Ты ни при чем. Прыгай наверх. У тебя нафиг, грубо говоря. Все облазил ведь, да? Поверху ходит, я слышу его шаги. Так, вот здесь я нашел этого Ван Хельсинга. Так, где-то же должен быть проход куда-то. А где он? А, видимо, вниз. Во, все, зашло. Наверху я не могу проскочить. Крысы. Закрыто пока. Так. Лиана опять, что ли? Да ну нафиг. Опять лиана. О! Свет постепенно включился. Здорово. Так, еще вниз проход есть. Кстати. Так, ну. Раз лиана, значит, надо проходить, что-то искать. Ты где? Проскочил. Что-то взял.
Ой-ой-ой-ой, ты чё, а? Паразитусы. Паразитусы мою маску ломают. Вот что плохо. Вау, 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 вау. Тут еще один зал. Тут еще один зал. А, и ничего нету, да, типа? Пока что. Зал пустой, но есть дыра куда-то. А что это было сейчас? Ай, блин! Растяжечка стояла, скорее всего. Что-то я, ребят, не глядя. Уже не глядя. Тороплюсь. О, вот эта дверка отсюда открывается. Вот, здорово. Открыл я себе проход. По этому проходу, видимо, можно будет свалить на базу, да? О, нет. Проход куда-то вниз, лифтовая шахта. И, видимо, надо прыгать. Ладно. Прыгать, значит... Оп, прыгать. Блин, а все, все ярко светится. Так, ого, там трупиков лежит. А где трупики, там хабар. А как мне до них допрыгнуть? Подождите. Так, сначала сюда, видать. А, ну вот, началось. Так. Нифига тут, о, целое семейство, видимо, ребенок, мать. Видимо, отец, что ли. Жесть, какие-то светящиеся эти наросты на стенах. Так, лампочка. Да будет свет. Слышу этого там. Сопение. Библиотекаря. Вот а спуск идет у нас в подвал. Так. Оп. Так. Хорошо. Задвижка какая-то. Где-то дышит библиотекарь. Это он спит, что ли, так, или что? Так, а что мне покажет компас? Куда мне двигаться? Туда. Да ну. Кто-то шлепает по воде. А, вот так вот. Лесенка есть, да? Эх, нехорошие звуки это, нехорошие. О, боже. Вон он бродит. Тихо, 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 тихо. Да ёп! Иди нафиг! Иди нафиг! Прыгай! А что ты не можешь прыгнуть? О! Я отхилюсь здесь. Какой-то недовольный он в этот раз. Недовольный, нифига. Так, мне бы какие-то вещи взять, свалить маску поменять и вещи сдать. Было бы неплохо. Так, а что я жду? Давай-ка аптечку примени, что-то плохо отхиливаюсь. Во! Он, надеюсь, меня не ждет за стеной. Так, тут либо вниз идти, по этим плитам скакать. Ой. Да еб... Ты чё, сдурел, гад? Я же ничего не делаю. Давай, давай. Кота, иди, сейчас завалит тебя. Так, нора. Возьми аптечку последнюю, бог с ним. Может, надо по воде аккуратно пройти? Ё-моё, как тут проходить-то вообще непонятно. Фонарик кончается, да? А
Один здесь вроде, другой там воет. Жесть какая-то. Так, факел можно заподжечь. Так, вот я зашел. О, выход есть. А, с другой стороны я вышел, да? Да этот гад там тот топчется. Не может. О! Да будет свет. И, кстати, еще вверх есть. Путь, путь. Путь наверх, путь наверх. А я буду работать электриком. Лампочки буду вкручивать. А что это такое? Кстати. Что-то я взял. Я думал, какой дисплей. Так, терминал я взял. А, о, уже здорово. Уже не просто так сходил. Уже здорово. Так, дверь, конечно, закрыта, да? Да как они воют там все-таки, а? Кто тебя обидел, малыш? Ой-ой-ой! Давай-давай-давай! Наверх! Залез, нет? Залез. Тут, видимо, надо присесть и вперед. Вентиляционный желоб. Так. О! Шашечки взял. Кстати, в той игре я мины брал, куда они сиделись у меня? Я вот сейчас в начале игры посмотрел, у меня нифига нету. Ни мины, ничего нету. Странно. Открываем. Свет горит. А, так я, получается, здесь был. Если горит свет... Вот, 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 вот. Я поднялся здесь по лестнице где-то, да? Только не вижу, где пока. Во! Вот здесь я поднялся. Что вы там воете, господи? Дикари. Так, и мне дальше куда идти? Туда куда-то. Да неужели нужно спускаться вниз, а? Мне бы не хотелось этого делать, честно говоря. Так, видимо, так, так, там по низу, может быть, или. Так, а может быть, свалить пока? Что у меня по времени, кстати? А то я гуляю. 10 минут. А там у меня уже мигает, да, вроде как? А странно, как я хожу. Почему я хожу и не задыхаюсь? Может, я стал мутантом уже? Не знаю. Маска у меня разбита, кстати, по-моему. Жесть. Так. Если подняться наверх, я подаю опять в эту камеру, да, вентиляционную. Так, ладно. Пройдем второй раз по ней. Так, у меня такое чувство, что надо все свалить, наверное. О. Обязательно нужно упасть, блин. Так. Нигде свет зажигать не надо. Факел. Так, тихо. Я был здесь, нет? Я был. Куча трупов, костей. Бедные ребята. Так, 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 так. О, что-то я взял какие-то колеса. Сейчас посмотрим. Какие-то колеса я взял. А колеса, что у нас колеса? Запчасти, о. Терминал запчасти, уже хорошо. То есть и 7 балалайку я сдал, плюс еще 2, если донесу, конечно. 7 минус 3, 4 останется. Так. Куда все-таки идти-то? Туда. Туда, туда, туда. О. Открываем еще одну дверь.
А что у меня все-таки с этим? Почему я не задыхаюсь? Или здесь нормально можно ходить? Какой-то проход, ребят, куда-то. Почему? Никакого знака нет. Не закрыто, не открыто. Странно. Ладно. Путь один наверх, значит. Значит, наверх. О, так я прям сюда попал. Смотрите, как классно. О, открыл новый люк. Все, сваливаю. Домой. Открыли короткий путь, короче, к этому. В библиотеку или в гости. Да, слышу, слышу, давай. Один, что ли, всего? Маловато. О, ни один, нифига. Началось. Аптечка. Фу, успел уйти. Пойду обыщу все-таки их. Накидал, накидал стрел. С испугу. Не пропадайте, ребята. Пропало все, да? Ай, ладно. Ай, ладно, ай, ладно. Так. Дверь, кстати. Ой, вернее, стрела в двери, хотел сказать. Понатыкал кого-то, понатыкал. Здорово. Привет. Так, терминал запчасти. Остался мне светофор, научный труд, динамик, карта метро. Вот карта метро, да, самая, наверное, такая редкая штука. Будь там поосторожней. Хорошо. Так, что там у меня? 191 золотой. Патрончиков могу немножко продать. Так, это я продаю. А что, мне не добавилось нифига? Странно. Так, меняю маску. Поменял маску. Так, беру аптечки. Идет. Идет, говоришь? Одна, да? 10 минут фильтров у меня. Как вариант продать Вальхельсинг и взять вот этот костюм. Я, ребят, сделаю сейчас по-другому. Я сейчас сделаю вылазку за. Привет, привет, и еще раз. Попробую найти светофор. Потому что я примерно знаю, где он находится. Вот только мне найти бы еще. Где он там? Примерно. Будь здоров. Будь здоров, давай. Так, а что с патроном, я не разобрался. 55. И стрелы есть, 14. Так, вот мне нужно выйти на улицу где-то. На улицу. Давай, давай, дружок. Ты где? Руками размахался, понимаешь ли. Так, целых 5 у тебя было, нехило. Не зря. Так, это вот у нас будет... Так, вот. То, что мне надо, по-моему, билетов. Или это в библиотеку сразу? Так, это в библиотеку, блин, а мне нужно на улицу. На улицу, в принципе, ладно. В принципе, ладно. Надо вспомнить, где у нас был выход на улицу. Где-то же был здесь выход на улицу. Вот, да? Ага. Да, радиация. Где-то должен быть светофор долбанный. Так, либо, может быть, нет. Попробую я. Наверное, не здесь надо выходить на улицу. Я думаю, что не здесь, а точно я не знаю. Врать не буду. Попробуем выйти. Так, прыжок. Попробую выйти здесь. Вот, выход на улицу. Ага. Так, где-то должен быть светофор. Где-то. Блин, так нифига не видно еще. Будем искать, ходить. А, вот же он. Ха-ха. Вот я не знаю, почему светофоры здесь поставили. Хотя, в принципе, я понял. Были раздвижные ворота, то есть. Машины заезжали.
Так, здесь была осяжка какая-то, да? Кто разорвалась? Ну, чё? Я вкрутил тебя, а ты не горишь. Патрон неисправный, да? А здесь? Типа лампочки кончились? Какой бред? Какой бред? Так, ну в принципе чё? Взял я этот самый. Наверное, я... Охуй, там нормально спустился, не упал. В какой-то веке. Снимай. Она не нужна здесь. Сдам светофор, будут деньги. Возможно, я броньку куплю. Тяжелую. Зверушки бегут опять. Еще. Ты что, озверел что ли? Засранец. Успел зайти? Успел. Вот и лампочки, которых мне не хватало. Фу. Ну, что получается? Держи. Так, хорошо, по-моему, 200 у меня, да? 220. Конечно, нужна. Беру я эту фигню. Смотри, а, 225. Нет. А ее парасоте. Так, а если я вархельсинг продам? Возьму и продам, понимаешь, что его. Потому что мне надо миссию заканчивать. А 48, да. Во. Отлично. Мне и хватит денег, по-моему, на эти, на фильтры, на аптечки. Отлично. Одевай. Во. Теперь в этой броне, в принципе, я должен удерживать несколько ударов этого. Как его? Хотел сказать, дровосека. Почтальона, конечно. Почтальона. Библиотекаря. Ё-моё. Всех перебрал. Так, одна аптечка 7 минут. Одна аптечка 7 минут. Одна аптечка 7 минут. Я беру. Это. О, по рукам. Так, кстати, маска, да? Предлагают поменять. Поменял, ладно. И фильтр один. Только один. Так, 12 минут, 2 аптечки. Все, отлично, можно идти в бой. Так, после того, как меня библиотекарь там убил, все-таки я вот несколько раз начинал перепроходить и... Он меня убивал. В итоге я нашел, смотрите. Нашел я научный труд. Потом, если будем в том месте, я покажу, где он был. Осталось мне динамик и карта метро 2. Все, как бы я затарился. Затарился фильтрами. Затарился. Немножко патронов прикупил. Так, фонарик у меня нормально. Чертяка. Так, спускаемся мы сюда аккуратненько. Да-да-да-да-да. Сразу сюда, самый короткий путь. Включаем фонарик. Так, лампочки. Не забываем вкручивать. Так, вот я выхожу, по-моему, будет этот самый спящий. Спящий, как его зовут, библиотека. Да-да-да-да-да. Кстати, факел. Заодно уже зажгем. Так, вот если наверх. Ну, мне кажется, мимо него надо пройти все-таки, да? Их двое, их двое, их двое. Между ними надо смотреть. Смотрим между ними. Аккуратненько. Главное не испугаться самому. Ребята, все хорошо. Так, 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 уходим, уходим, уходим. А второй? Ну, прыгай наверх, прыгай наверх. Блин, я боюсь поворачиваться. Так, 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 так. А, что я сюда пришел? Думал, лестница будет. Нифига нету. Обманка, это обманка была. А компас куда покажет? Туда? Ой. Тихо, 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 ребята, тихо. Все, все, иди, иди своей дорогой. Блин.
Странно. Так, 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 так. Значит, нужно вернуться. Так, опять сюда я пошел. Пришел. Что это? На этом месте он реально вот подвисает на досках. Прям не хочет идти как будто. А, типа вот так, да? Так, ну, видимо, надо спускаться здесь, что ли. Так, лесенки не вижу я. Оп. Оп. Так, новый зал какой-то. Опа! Еще один. Или одна спит. Короче, еще один библиотекарь спит. Какой-то здесь, блин, лежбище библиотекарей. От одних избавился еще один. Так. Протираем глазки. Тихо. Смотрим. Ага, ага. Ну извини, приятель, я тебя немножко потревожил тут. Мне бы. А мне просто надо пройти. Мне просто надо пройти. Чувак, да, 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 да. Да, да, да. Мне надо пройти просто. Исчезни, исчезни. Исчезни. Оп, хорошо. А мне пройти надо. Куда, куда, куда? Сюда, видимо. Так. 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 Ой. Он здесь. Чувак. Спокойно. Не дыши так, чувак. А он как бы это. Странно, он даже не реагирует на меня. Так. Да, 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 да. Иди. Иди, иди. Блин, а он не хочет уходить. О, ушел. Так. Тихо. Да, блин. Смотрим, что здесь можно взять. Блин, страшно. Странно, пустая комната, ничего нет. Очень странно. Ой, а как мне выйти, как мне выйти? Да ёп, ты чё, озверел что ли? Блин. Не, нам сюда, мне сюда нужно. Хо-хо-хо, гад, а? Я вообще не трогал вас. Ничего не делал. Странно все это. Так, кстати, вот. Есть, оказывается, рубильничек какой-то. И... О, свет. Свет, дали свету, да? Свету дали. Эй, приятель. Он как будто здесь охраняет что-то, стоит. Да, 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 да. Да, 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 да. Вон там вижу, дальше за ним еще одна дверь есть. И там, возможно, еще дверь. Так. Вот оно, хранилище. Так, папка для бумаг. Взяли. Так, что-то взяли. Карта метро 2, yes. Это самое главное, что надо было взять в этой игре, насколько я понимаю. Так, остался у меня динамик какой-то. Динамик. О, ты мне выйти дашь, интересно, или нет? Смотрите, он вообще замер. Скрипт. Шаг, 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 шаг. Это что, баг, что ли, игры? Блин, он замер. А если фонариком его... Прикиньте, какой-то баг игры. Я двигаться боюсь, и он не двигается. А мне... Там он за ним какой-то еще, а еще какая-то комната. Так, тут же я был? Был. Так, еще одну комнату там, по-моему, еще есть.
А чего он вообще завис? Он завис! Так, еще одна комнатка. Что-то ни патронов, нифига нет. Странно. Так. Ага, вот он. Динамик. Все, получается, ребята, нашел все предметы. Ура! И что, все, он так и завис? Ну, блин, ну и ладно. Мне же лучше. Так, металла... Какая-то проходная. Металлоискатель, смотрите, да? Рамка металлоискателя. Так, тут что у нас? Блин, обязательно надо упасть, да? А тут как бы... И ничего нет. Странно, пустая комната. Пустая... Пустое помещение. О! Он там ожил, что ли? Мне все-таки интересно на него посмотреть. Он еще стоит там, нет? А если в него стрельнуть? Да короче, ребят, это баг получается. Это баг. Ладно. Пошли. Так, лестница какая-то. Лестница, класс. Так, веревки. А, это, да, веревка, я думал, кабель. Маска. Так, это же мы пришли туда, это самое. Да. Классно, это же тот бункер, который этот. Смотрим под ноги. Вкручиваем оставшиеся лампочки, если они остались у вас. У меня они остались. А, это лампочка, которая не вкручивается почему-то. Тоже баг. Так, в принципе, получается... Аккуратненько уходим. Тут почему-то я всегда падаю. Не всегда, но падаю. Иногда. Так, сейчас, наверное, будет последняя волна мутантов, да? Так, надеюсь, сейчас... Ага, надейся. Толпы, сейчас толпы придут, толпы. Вот, блин, конечно, как же. Блин, сколько же вас, вы чё? Хоть бы кто вышел, помог, да? Ой, ес, блин, я успел. Ребята, я успел. Фу, это была жесть. Пойду, конечно, пособираю. Я уже думал, дверь не откроет, пока их не перебью. Или я их, или они меня. Что второй вариант был бы, мне кажется, более правдоподобным, блин. Чтоб они меня перебили. Уф. Звоним заново. Так, ну в этот раз все нормально проходит. Спокойненько. Так, опять куча лампочек. Ну что же? Нет, не нужна. Привет. Невероятно. Невероятно. Поразительно. Карта секретного метро. Да-да, это у она. Просто слов нет. Это потрясающе. Это потрясающе. 375. Просто великолепно. Тебе определенно стоит сообщить об этой находке лично начальнику станции. Думаю, у него будет для тебя новое задание. Ага. Удачи, сталкер. Удачи. Так, ну что, в принципе, сейчас было как вариант... модернизировать оружие. Вообще, кстати, ребята, вот как вариант, если будут у вас при прохождении деньги, в моем случае лишних денег не было, то есть как вариант можно вот это было ашотика, или как он называется, потюнинговать, то есть поставить длинный ствол, например, удлиненный, потом что-то еще у нас есть дополнительно, цевье плюс приклад. Либо вообще, как вариант, взять что-то другое. Вот, дуплет, кстати. Тут неплохая пушка, дуплет, вот. Я, как вариант, хотел ее, конечно, сначала взять, но потом с деньгами что-то здесь было напряжно. Менять ашот на дуплет, своим врагом придется платить 40 патронов. Ну, давайте вот, заодно посмотрим. Так, вот такой дуплетик, да, значит. И сразу можно было тюнить. Тюрингануть его. Так, выбрать ствол. 4 ствола. Вот кому интересно, 4 ствола можно было поставить. Удлиненные стволы. Так, а так у него получается по номиналу 2 ствола. 2 ствола, в принципе, тоже неплохо. Дуплет. Потому называют дуплет. Раз-раз. 2 выстрела у него.
Так, эти все спят, короче, я уже все прошел. Что ж, ребята, вот такая вот оказалась длинная эта миссия. Такое длинное дополнение. Полик Шатрии. Нашел все предметы. Рад снова видеть тебя в добром здравии. Да, раз здорово, здорово. Который раз здороваешься? У тебя, по-моему, что-то с головой не то, чувак, от радиации. Все нашел, в общем, я. Тут, в принципе, и смысл игры этой, дополнение, что все эти нужно найти. Все это барахло. Я думал почему-то, что нужно будет в конце убить библиотекаря, но оказывается нет. Ну, в общем, с вами, как обычно, был Мудрсан. Не забываем про лайки, про комментарии, про кнопочку подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, кнопочку поделиться этим видео со своими друзьями в своих социальных сетях. Зверушка его на спит. Почему-то спокойно, не орет. В общем, всем удачи и всем пока. До встречи на канале Мудрсан про геймс.